Всем привет! Сейчас на повестке дня уборка. Такое солнышко наконец-то выглянуло, потому что осенняя погода меня вообще не радует. Я не люблю холод. Я люблю именно вот такую спокойную теплоту. То есть вообще не люблю жару, но такая спокойная теплота — это прям классно. Я бы очень хотела, конечно, сейчас выйти в горы, там, в кафешку какую-нибудь, но мне нужно убраться, причем очень срочно. Я и так откладывала это дело очень давно. В общем, я буду стараться как бы поддерживать позитивный настрой на день. Посмотрим, получится ли у меня это. Сейчас я варю гречку. В общем, такие вот дела. Я купила ванильное молоко, о котором давно мечтала. О, господи. Блин. И сейчас я буду пить гречку с этим молоком. Давайте попробуем, как оно без гречки. Это, конечно, супер сладко. Но очень вкусно. Мне очень нравится вкус. Кстати, хотела поделиться с вами одним крутым фильмом. На Netflix вышел фильм «Дети шпионов. Армагеддон». И он прям очень в моем вкусе, мне очень понравился. Всем советую посмотреть. Также выйдет новый сезон «Люпена», новый сезон «Элиты», вторая часть, которая называется «Beautiful Wedding». То есть сначала «Beautiful Disaster», потом «Beautiful Wedding». I'm so excited for this movie. Oh my god. It will be out the next year. And I literally will go, like, from day one of premiere. Like, literally, movies are the reason why I live this life. Because, I don't know. I love movies with all my heart. На Netflix выйдет фильм под названием Fair Play с Фиби Дэнивор. Она играла Дафну в первом сезоне Бриджертонов. И я реально... Мне все равно на сюжет. Я просто хочу смотреть на нее, потому что она неземная красотка. И, блин, я так скучала по ней. Я очень сильно скучала по ней на экране. Господи, просто вы не представляете.